Хей-йоу, всем привет, с вами я Спайк, и сегодня мы проверим, насколько же Настя хорошая мать. Погнали! Сегодня вместе с вами мы будем контролировать этого 50-килограммового кабачка. По-моему, туда же все 100. Кстати, как и ты, так что не надо. Семья на массе. Да, мы на массе. Прекрасно. Ну что, давай начнем? Ну что, давай проверять, какая, так сказать, будущая мать. Будем смотреть. Ну и что? В общем, забирай все зелья. Настя играет вроде первый раз, да? На такой карте. Поэтому мы с ней легко справимся, я думаю. Легко ее или нет? А? Ну посмотрим. Ладно, так, ну что? В общем, можете уже за мной бегать. Как обычно, у нас не видно ников. Настя так, что меня по нику найти не может. И карту тоже, кстати, не знаешь, да? Вообще не смотрела, если честно. Можно? Я хочу просто вот подписчикам тоже показать. Вот здесь все так красиво построено. Короче, Спайк, вау, молодец. А, ты про вот эту, так, иди сюда. Вот про эту постройку, так сказать. Постройка авторская. Чисто старался, строил. Да, думаю, можно поставить за это лайк. Так что, ребят, не ленитесь, ставьте лайк за одну секунду. Все такое. Ставьте лайк, если добьете сиськи. Да, можно и так. Ну и чё, всё, короче, ты сиди тут, а я пошёл. Да. Хорошо. А через сколько мне можно выходить по времени? Не, ну так-то могла за мной бежать, ну ладно. Окей, всё. Так, ну чё будем делать сначала? Будешь это, меня мыть или жрать мне давать? Правда, есть не хочу ещё. Так что, остался только один вариант. Ну пойдём, помоемся. Помолимся. Пойдём, помолимся. Так, ну чё... Я вообще тут выпиливаться собирался, как бы, ну ладно. Ну, как бы, увы. Это слишком простой план, я пойду что-нибудь другое поделаю. Сначала тут заберу отбеливателей, чтобы их нажираться и это... И все, чтобы я сдох. Короче, сначала я пойду к твоей тачке. А, у тебя же закрыто тут все, блин, мне к твоей тачке теперь не пробраться, получается, да? Ты тоже с ней не можешь пробраться. Ну, мы можем хотя бы на нее посмотреть, так? Ну, так... Через дверцу. Так, через дверцу. Дай посмотрю, не видно же ничего. Там твоя розовая Настя мобиль стоит, короче. Так, ну чё? Пока у меня целый голод, кстати, мы играем на мирный, да? Так что надо поставить нормальную, чтобы я сдыхал уже, а не знаю, не нет. Иначе я не сдохну. Сын, я что? Предлагаю тебе распить бутылку вина. Ну, пошли. Только у меня нет, сори. Ну, как бы на столе есть. А, ну, я бы ее распил, но, по-моему, ее не распить, так что... Ну, можно. Ну, на, короче. Распей, если сможешь. Я, короче, пока я тебя, короче, отвлекаю на вино, я полез наверх. Блин, так, подождите. Ай, не полез, ладно. А что такое? А, так ты использовала мою ловушку, вообще так нечестно, ну ладно. Я просто подумала то, что это ТП куда-то наверх, в итоге юзнула ловушку. Сори. Блин, надо было тебе, по идее, все объяснить, но ладно, так, в общем, разберешься, наверное, по ходу. Я тут пока паркурю по-царски. Ты, наверное, меня потерял уже? Черт, вижу, все. Так, все, я знаешь, что нашел? Я нашел, короче, ключ, чтобы мы сейчас могли пойти и посмотреть на тачку. Иди ко мне. Го, заценим. Давай. Во, как тебе твоя тачка? Нравится. Эмочка-мобиль. Ну, как бы, он розовый, так что все нормально. Вообще, вся карта розовая, ребят, так что... Да-да, не удивляйтесь. Это женская версия карты. Вот. Ну, красиво зато все. Ну да, так-то нормально. Даже красивее, вроде, чем оригинальная. Ты так. Там умирать собираешься или как вообще? Ну, так, я тебя пока... Чисто, я тебя чисто отвлекаю. Пошли. Давай ты меня покормишь уже. У тебя еда есть? Да. Давай. Корми меня. Держи тогда. Я не хочу морковь. Есть что-нибудь другое? Ну, блин... Я же ребенок. Что дают. Так я же ребенок, я не должен жрать все, что мне дают. Я должен, типа, охреневшим быть. Вот, есть молоко, которому 3 века, так что... Ой, 200 лет, 700, 800 лет. Можно его выпить? Нет. А, ну ладно. Короче, я хочу рыбу, я хочу... Все, я хочу рыбу. Я жру only рыбу. И ты ее забрала, кстати. Держи тогда. Давай. Так, а ну, может, у нас в холодильнике что-то есть? Ага, я даю тебе картофель, все, убираем. Ты, кстати, можешь забирать всякие батарейки, там, всякие отбеливатели, которые можно жрать и все такое. Я, короче, пошел в печку, пока она не видит. Нормально. Так, залезть в печь. Сын! Что?
Мы в печи. Я не сын, я курица вообще-то. Я, блин. Ты вышла, что ли? Сложная карта. Ну, вообще ты, типа, можешь меня спасти, но ты... Я как бы понимаю. Ты решила со мной, да? Вообще тебе просто нужно нажать было эту кнопку на золотом блоке, так что... Ладно, пока пойдем вместе. Ну, я в первый раз, извиняйте. Ну, кстати, стоп, ты ее нажала уже или что? Почему тут нет огня? Ну, я нажала. А. Я нажала и за сыном, чтобы присматривать. Ну, ладно. Вообще, с тобой сложнее играть, потому что ты просто все подряд будешь нажимать, и, блин, это невозможно. Ладно, все, это я выхожу. Я пошел, короче, в другое, свое секретное место, короче. Ты за мной пошла, да? А, нет. Я как... Можно выйти. Я, короче, сейчас буду эпично прятаться в секреточках, которые ты, наверное, не знаешь, так что тебе будет мне сложно найти. Я уже даже не знаю, где ты. Блин, холодильник, не думаю. Ванная. Так, ну чё, ребят, чё будем делать, короче? Сначала молочка выпьем, наверное. Понятно, холодильник, да? Не-не-не. Так я забрал из него и побежал, короче. Я спрятался в моей секретной... Так, секретный проход. У нас просто дом, это... Постройки 90-х годов, и тут много секретов. Ладно, я вышел, короче, я пошёл опять к тебе. Купец какой-то. О, здорово. А чё за секрет такой? А, пошли, покажу. Ну, блин, я не хочу тебе показывать, это же секретка. Ну, ладно, пошли. Мне как бы не жалко. Противоречивость, она такая. Короче, пошли. Это... Ну, блин, я не хочу тебе... Блин, пошли, не знаю. Честно, вот... Не, пошли. Ну, пошли, все. Короче, встаешь, смотри, я с утра так просыпаюсь, встаю вот сюда, и фигак, прыгаю сюда. А, ну я бы тебя так не нашла. Ну, я знаю, поэтому я тебе рассказываю. Окей, спасибо. Так, ну, что мы тут будем делать? Ничего? Ну, блин. Кстати, ты из картины будешь клёво торчать. Ну-ка, выгляди. Вообще топово. Так, ладно, я пошел, короче, сейчас собирать всякие батарейки. По идее, мне пока не хватает для того, чтобы сдохнуть. Вообще, я не просто сдохну, я сделаю кое-что эпичное. Чёрт. Ты меня убить захотел или что? Так, батарейку отдай или получишь по заднице. А, ну ладно. Не, ну если я получу по заднице... Так у меня больше нет. Все отдавай. Ладно. Эх, ну, сложная жизнь, конечно. Ладно. Хороший сын, держи вино. Ой, ты куда-то ушел уже. Блин, ладно. Эх, я даже не знаю, как от тебя спрятаться. Что-то ты меня прям по-скилловому все время ловишь. Да, вообще по-скилловому, действительно. Ну, я тебя вообще не могу спрятаться. Давай я отвернусь, и ты где-то спрячешься. Может, так сделаем? Да ладно, ходи за мной. Давай говори, что мне делать. Вон, может, рыбок покормим овощами. Или что-то они у нас мёртвые, по-моему. По-моему, их кто-то клеем залил. Судя по тому, что они тут стоят. Ой, жестко. А может, это ты их как раз клеем залил? Ну да, я же это из Каханы. Мы убиваем детей, заливаю рыбок клеем. Так, все, короче, я отвлек на рыбок с клеем и побежал. Шоу контент. Ага, я уже увидела, куда. Так, мне бы успеть, главное. Тихо. Это мега прят... Это превращается уже чисто в прятки. Чёрт. Чё, потеряла меня? Ребенка потеряли, спасите. Помогите. Ты чувствуешь, когда ребенок потерял слово? Нашла. Ой, ну блин. Я думал, ты убежала, я думал, я сейчас выйду, короче, куда-нибудь спрячусь. Так, я даже не знаю, как мне себя убивать-то. Сложность? Чё такая сложная? XT... А ну-ка, сын, подойди сюда. Сыграй на пианино. Я не умею. Помни то аниме, которое ты мне советовал. Давай так же. Вот тебе пианист. Ладно, короче, все. Я пошел выпиливаться, короче. О, морковь. Из жизни? Да, я пошел выпиливаться из жизни. Так, ну все, тебе меня не остановить. Я сейчас, короче, ну по идее мне должно сейчас хватить, я не знаю. Я, ну, слышишь, прям по больному, по паркуру бьешь. Ну, я в нем вообще не очень. Я специально так сделал. А что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Я выпиливаюсь, короче. Так, а может и нет, кстати. Если я сейчас... Да. Если бы мне сейчас не хватило ХП, то ты бы, кстати, меня победила, потому что у меня просто уже... Ты меня настолько загоняла, что у меня просто уже вариантов никаких не было. То есть я уже бегал, я не знал, что мне с собой поделать. Подожди. Что? Господи. О, вот так, кстати, клёвый. Мы бегали. В смысле? Ну ты типа умер, прибежал сюда и просто как... Не как человек, а как просто потроха какие-то. Господи, сними это. Да не, я хочу в этом ходить. Кстати, выглядит клёво. Это жестко выглядело просто. Ну, по-моему, это клёво выглядит. Во, смотри, прям ребенок. Короче, в общем,
как обычно. Настя ребенок... плохая мать. Плохая Настя мать, мы, в общем, это решили. Если вы так не считаете, то можете поставить лайк. Если так считаете, то тоже ставьте лайк. Нет, у меня есть другая идея. Давайте, ребята, смотрите, напишите, как вы считаете, плохая я мать или хорошая? Да, в общем, ну, в принципе, ты нормальная мать, потому что ты практически мне не дала умереть. Мне пришлось с высоты прыгать, представь? Это уже крайние меры, вообще-то, так что ты не беспокойся, ты нормальная мать. Скоро у нас будут дети. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал Неку, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за 2 секунды и, в общем-то, ждите новых роликов. До скорых встреч, всем пока! Всем пока!